Уважаемый Владимир Владимирович, Россия, великая наша держава. Великая многонациональная страна. Представляет собой мощь, силу, глубину и мудрость нашего народа. Мы люди, объединенные горячей любовью к России, к нашей планете Земля. Обращаемся к вам. Уважаемый Владимир Владимирович, с предложением открыть Красную площадь для хороводов. Этим открытым письмом мы обращаемся к вам, потому что знаем вашу любовь к родине. Мы высаживаем деревья, хотим, чтобы воздух был чистый. Да, чтобы вода была чистая, чтобы через 30 лет поколения не умерли от отравлений. Ибо сегодня загажена вода и загажен воздух. Для объединения народов России мы хотим проводить хороводы. Для того, чтобы люди, взявшись за руки в едином порыве, одухотворение своего чистых помыслов и желание жить на планете Земля для будущих поколений стали ближе друг к другу, добрее. Хороводы вернут России нравственность, совесть, доброту сердец. Ведь раньше хороводы начинались с доброй песни. О любви к земле, о любви ко всему, кого люди называют любимым, хорошим, добрым и необходимым. О любви к своей родине, о дружбе между народами, о мире. И такие хороводы объединят народы всей России. Приурочен этот хоровод к празднику, когда день равен ночи. Первые весенние хороводы начинались с весеннего равноденствия. В этот день мы хотим прийти на Красную площадь и петь добрые песни. Ведь Красная площадь – это сердце Москвы. Сердце нашей России. А на России всегда по праздникам водились хороводы. Мы знаем, что вы стремитесь, чтобы Русь наша великая возродилась и стала могучей, процветающей державой. И мы тоже к этому стремимся. Так позвольте нам провести этот хоровод на Красной площади. 21 марта 2018 года наше обращение к вам находится в администрации президента Российской Федерации.